Breaking through the Soviet front at Kharkov and taking Rostov-on-Don opened a way for Hitler to Baku's oil, which had provided the Red Army with fuel for its tanks and combat vehicles. But Soviet troops did manage to stop the enemy from advancing into the Caucasus. Я буду говорить о моем непосредственном участии в боевых действиях на Кавказе. Тогда, когда фашисты подошли к предгорью Кавказа, в частности, к городу Орджоникидзе, тогда назывался так Владикавказ, противник сосредоточил два корпуса, 40-й танковый корпус и отдельную дивизию особого назначения. Он превосходил наши войска в несколько раз. Мы практически не имели здесь, на этом направлении, танков. Мы имели ограниченное количество артиллерии. У нас были большие потери, но мы сражались и остановили его наступление. Я служил в разведке. А поскольку потери были очень большие, то все абсолютно, весь штаб и полка, и дивизии, и все разведчики были на переднем крае. В один из дней, утром рано, противник перешел в наступление. Я был тяжело ранен в голову. И выносить некому было, потому что все воевали, все отражали атаку за атакой противника. И только вечером вывезли во Владикавказ. Там, помню, пару раз, если не больше, терял сознание, когда мне делали дренаж. Пулевое ранение было сквозное. Мне вставляли дренаж и вытаскивали. Ну, через месяц примерно я уже практически выздоровел. И был набор на курсы младших лейтенантов. Прибавил себе 2 года, стал 18-летним уже. Прибавил себе образование до 8 классов, а на самом деле 5 классов. И воевал уже в качестве командира взвода разведки полка. Недавно я услышала интересную фразу: «Патриот – это тот, кому есть чем гордиться». Я считаю, что в свои 12 лет я прежде всего патриот своей семьи, так как оба моих дедушки, прадедушки – участники Великой Отечественной войны. Один из них, Барский Андрей Иванович, чью фамилию я ношу, был героем Советского Союза. Второй мой дедушка пошел на войну в 16 лет добровольцем. В 17 лет он уже был командиром взвода разведчиков. В 19 – капитан-командиром роты разведчиков. Получил 3 ранения, был контужен. Получил 7 боевых орденов. Я люблю и горжусь своими прадедушками. Это родословная наша с тобой семья.